Пацаны, эти бабы охуели. С ними нужно что-то делать, я знаю. Они держат меня в плену, господи, спасите меня. Я полностью с тобой согласен. Все, пацаны, решено. Нужно с этими бабами что-то делать. Эти девки просто обалдели. Короче, нужно думать план побега. Пашук, есть какой-то план? Давай, если что, говори. Слушай, я, конечно, ни на что не намекаю. Но мне кажется, тебе нужно обернуться. Че ты несешь, блин? Я вообще понять не могу. Ты... Так, это сейчас что было? Ой, подружка, эти мужики... Фу на тебя, посуда, они меня держат в плену, подружка, спаси меня отсюда, спаси меня, подружка, спаси. Мне кажется, что ты меня уже какую серию обманываешь. Нет, подружка, я тебе говорю, я спокойно сидела, ходила на ноготочки, эти мужланы пришли меня и заперли здесь. Вот знаешь, я тебя последний раз предупреждаю, если еще раз увижу, что ты там какие-то странные штуки делаешь, я тебя вот так. Я вообще ничего не делала, подружка, эти мужики, подружка, я тебе говорю, они меня взяли в плен. Ну ладно, верю тебе, верю. Пацаны, извините, я говорю, тут просто такая проблемка вышла. Иду, подружка, я иду за тобой, да, идем. Да. Что ты там делала? А я им сказала, пошли в попу. А, ну правильно. И палку им показала, сказала, что еще раз, и палка окажется у вас. Приветики, кисулечки, как дела, девчулечки? Вы попали в новую серию девочек в Майнкрафте. И с вами, как всегда, самые крутые девочки, Женюля и... Юляша, привет. Девчулечки, пожалуйста, поставьте лайк, а то знаете, что моя подружка может с вами сделать. Ой, не хочу даже слушать это, подружка, скажи. Ну, ты правильно, не надо это слушать, и я боюсь говорить. Вам нужно бояться меня, я считаю. Ой, подружка, ты закончила, я просто не слушала. Вот и не слушай, уши закрой снова. Все, я закрыла. Ой. Я вот возьму ножницы и вот так вот, опа, вот так, опа. Ты закончила, подружка, все хорошо? Да. Ну, в общем, лучше поставьте лайк, а то подружка там вообще, ну, она... очень умная. Это что сейчас было? Все хорошо, подружка. А что это, фить, это что? Фить, просто... Птички, да? Да, птички. Ну ладно. У нас есть план. Короче, мы сейчас спим, а завтра я тебе скажу, что мы будем делать. Классный план, просто шикарный. Давай, спокойной ночи, Я просто в шоке, подружка, это самый... Спокойной ночи. Я типа сплю. Доброе утро. Доброе утро, подружка, привет, как спалось? Сколько лет. Ой, знаешь, приснились мне розовые облачка, и что я летала. Ты посмотри на наш дом, это вообще что? Это просто, ну, классный дом, никогда не видел. Нет, неправильно. Он сейчас похож на говно. Нифига, так можно говорить по девочкам, да? Ну, я так, один раз. А можно вот так вот? Рукоблудца, Ниночка, блин, Вадина. Нет. Влагалище, ну, пердун дрочила. Тут ловья, домик пидела, пилотка, мада, она спутана, пидела, пашонка ее, да. Понял, все. Поняла, подружка, все, больше не буду так, не буду. Так, подружка, собирай манатки, мы идем стричь обед. Так, подожди, подружка, знаешь, вначале, мне кажется, их нужно еще размножить. Заходи. Ой. Так, пусечки мои розовенькие, идите сюда, вот так вот. Муа, сделай это грязное дело. Ой. Я чикаю их, чикаю. Давай, депилирую их. Нифига, это хоба, что? Вот это так. Воском, ну да, ты там берешь так воском. Ну так, хоба, вот так. Вообще супер. Так, подружка, это, конечно, все супер, но мне кажется, что нам еще нужны отдельные комнатки. Мы с тобой крутые подружки. Отдельная комнатка для тебя. Ну и все, наверное, да? А вот эти волосатые. Да, точно, для котеек тоже нужно сделать отдельную комнатку. Так, подружка, нам нужно срочно расширяться. Так, подружка, я уже собираю цветочки. Раз. Знаешь, я вот так подумала, я сейчас посмотрела на наш двор перед домом, и он такой страшный, некрасивый. Да, там еще, там еще мужики сраные, поганые, да? Да, поганые. Вытоптали дорогу все. Поняла, что надо сделать нам, короче, цветочную поляну прямо перед домом. А, мы будем нюхать, да, цветочки такие? Да, нюхать будем. Смотри, тут еще и курочка бегает, курочка. Курочка? Я не знаю, может быть, мы идем за такими палочками? Ой. Подушка, ну, давай. Давай. Только тихо, не рассказывай никому, мы аккуратно. Тыкай её! Подружка, бей ее! Давай, молодец! Все, подружка, мы ее уничтожим. У меня есть труп курицы, смотри.
Ой, вообще, слушай, фу, какая гадость. Слушай, а я пока добуду нам песочек. У нас же будет домик из стекла, правильно? Из такого, ну, который блестит. А, ну да, должно блестеть. Все, тогда я добываю песочек. У нас будет много-много стеклышка. Подружка, на, держи. Мне это не надо. В смысле не надо, ты же... Я не ем. Да, в смысле не ешь, ты ешь? Ну, у меня будет попа большая. Да она у тебя и так уже гигантская, как... Отстань, подружка, ты себя видела вообще? Да, красивая, красивая. Без макияжа, правда, сегодня, но красивая. Так ты не будешь, булочки? Нет. Ну и ладно, сама же. Ешь, подружка, толстей. Да, я там, мне вообще пофигу, я могу есть, и меня вообще не разносит. Делай вокруг нашего дома вот такую вот полянку, вот так вот, прям вокруг нашего дома. Подружка, мужик, бей его! Я в шоке, я боюсь. Бей, я бью его по... Ты не в меня, его не в меня, подружка, бей! Да ты его потушила, подружка, ну... Я бью. Подружка, фу, это что, кусок мужика? То есть, мне кажется, это его маленькая пиписька была. Давай мы его выкинем вообще отсюда. Фу. Бросаю. Фу на тебя. Так, подружка, я пока буду делать нам стекляшки, чтобы блестело все. А у нас будет такой неровный, да, домик? Вот такой вот странный чуть-чуть. Ну да. Ну дебильный, да, такой? Как ты? Для котиков я тоже почти доделала все. Смотри, смотри, какая красота у нас получается. Ну-ка, смотри, все, смотри, значит, мы такие заходим, смотри, смотришь? Вот, здесь, значит, будешь жить ты. Ну, тут пройти нельзя, но ты не переживай. Мы сейчас-то кроватку твою переместим вон туда, и все будет вообще супер. Вот здесь ты будешь спать. Ой, там какой-то черный, худой мужик. Смотри, это какой... Это я знаю, кто это. Тот. Это мужик, которого бросила женщина, и он ничего без нее не может. Да? Угу. Смотри, какой худенький. Он идет? Подружка, не смотри на него, он заразный. Почему? Он заразный, фу, но он мужик, он заразный мужиками. Так, подружка, ты доделала нам полянку или нет? Я не поняла, это ну, как почти, ты меня отвлекаешь, так, подожди, подружка, я тебе помогу чуть-чуть, давай, вот здесь. Давай мы в два вот так вот, два сделаем блока, ну, чтобы было... Делай второй, я делаю один. Так, хорошо, подружка, я почти уже вот все. Сейчас, давай, вот здесь. Так, подожди, еще вот тут, вот так. И смотри, подружка, это скоро все зарастет травой, и мы здесь должны посадить цветочки. Угу. Так, а какие цветочки, где будем садить? Короче, давай садим все подряд. Ну давай, ладно, пойду цветочки садить. А ты слышишь, подружка, должна садить цветочки здесь, вот здесь, поняла? Поняла. Подружка, а ты что, у тебя это, у тебя что, голос ломается? Ты что, теперь тоже как мужик? Фу. Нет, подружка, не ломается. На самом деле, подружка Юляша очень сильно заболела. Тут до серии проходил мужик, он такой подходит и такой... И все. Да, да, вот так он делал. Да, вот эти мужики, конечно, я не могу. А у тебя, давай, ты садишь там цветочки, у меня цветочек больше нет, давай. Давай, сади. Так, ну слушай, мне уже нравится, у нас так все красивенько теперь с цветочками. Естественно, это же я придумала. Да, конечно, подружка, ты прям вообще, ну, ты гений. Смотри, подружка, у нас теперь будет вот такой вот красивый розовенький коврик, да? Вау, это шедевр. Смотри, а я в комнате кошек сделала, в твоей нет, ха-ха-ха. Ой, ну и засунь себе, ты знаешь, подожди, а убери отсюда пипулю, убери. Пипуля, уходи. Так, смотри, у нас теперь печка тоже с ковриком. Пипуля, уходи. Подожди, а это моя, что? Ой. Подружка, отойди, подружка. Смотри, вообще супер, да? Вау, класс. И просто, ну, это я понимаю... Стол. Не то, что был до этого. Кисулечки, ребятулечки, ставьте ваши лайкулечки, если хотите, чтобы она поскорее сдохла, и я как бы нормально стала, ну, чтобы она вылечилась, чтобы подружка стала снова здоровой. А может, ты что-нибудь скажешь? Я... Блин, Женя, у меня что-то немного не получается. Ладно, подружка, так уж и быть, я скажу за тебя. Значит, кисулечки, прямо сейчас все жмем на этот колокольчик, чтобы он у нас зеленькал. Пишем в комментариях, что Юля толстая корова. Нет, надо писать то, что Женечка толстая овца. Пока, подружка, я пошла. Давай, уходи отсюда. У меня своей комнаты нету, поэтому идти мне некуда. А, ну давай я тогда уйду, пока. Давай, давай. Ой, сейчас, подожди, ой. Сейчас, подожди. О, опа, вот так. Все, подружка, спокойной ночи. Спокойной ночи, подружка.